Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте. Александр Михайлович, традиционно в серии передач «Родная земля» мы начинаем с девиза «Русские вперед». Русские вперед. Александр Михайлович, вот такой вам вопрос. Ну, вы, наверное, знаете, что сейчас уже ходят разговоры о том, что нефть в России может закончиться, да? А нарушение на дороге не закончится никогда. Как вы считаете, вот эти камеры, которые у нас сейчас стоят, баснословное количество по всему городу, везде, 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 где только можно. И одни видят их, другие их не видят. Как вы считаете, это задача правительства упорядочить все, навести порядок на дорогах, чтобы меньше было аварий? Или это просто чей-то хорошо организованный бизнес, вот, на ваш взгляд? Вот и вы ответили. Это хорошо организованный бизнес. У нас народ богатый, водители богатые, и нужно с чего-то деньги брать, карман пополнять, не бюджет государственный, а свой карман. Личный, да. И вы знаете, Павел Евгеньевич, я хотел бы затронуть одну тему. Вот дорога наша, которую сделали, Таврида называется, Ялтинское кольцо, Бахчисарай. Расстояние 30 километров. До знака Бахчисарай, не белый, а синий это сам, ровным счетом 10 камер. Через 3 километра камера, через 3 километра камера. Это что? Предотвращение ДТП? Краболовки. Правильно. Это краболовки. Это кто зарабатывает? Автодор? Или очередные Ротенберги? Ну вот вопросы мы не знаем, вот. Кому они принадлежат. И... Но согласны со мной, что если бы это еще как-то принадлежало, например, деньги поступали в бюджет там города Бахчисарая или Севастополя, да? А они же куда они поступают, эти деньги? Павел Евгеньевич, куда? Ну вы же все знаете хорошо Севастополь, центральную горку нашу. Ну да. Вы на машине ехали? Вот ну, я конечно. Езжу на машине. Негде поставить машину бесплатно. Везде платные стоянки, остановки и прочее. Где деньги, ЗИН? А вот губернатор отвечал, я задаю встречный вопрос, Михаил Владимирович, сколько за 23-й год поступило в бюджет от этих камер в городе Севастополе? Никогда народ не услышал цифру. Сколько поступил бюджет от камер на дорогах? Я бы, если бы, например, был бы Михаил Владимировичем Разожаем, сказал, не ваше дело. Вот так бы сказал. Вот. И все. Так, это не наше дело, Павел. А он так и говорит, получается. Вот. Так извините, вот сейчас строится трасса М-12, Москва-Казань. То есть широкополосная скоростная трасса. Так вот, государство приняло закон, проезд по этой трассе 4 500 рублей. Народные деньги, и народ за дорогу платит. Деньги строит народ, и народ же платит. Это что? Но почему-то сейчас те дороги, которые 4 года назад были положены, необходимо опять несколько триллионов рублей на восстановление этих дорог. Это что? Не издевательство? Это бизнес. Вот именно, это действительно бизнес. А сейчас, оказывается, вы же знаете, дороги, платан, на дорогах стоит платан. Это проверка грузовых... Система платан для проверки грузовых автомобилей. Система собирания денег же стоит. Так точно. А вот сейчас процент, который имеет... По-моему, не платан, а платон. Ну, платон, да. Это сам Ротенберг, он пакет акций свою продает. Понимаете? Вопрос. Народ строил, а Ротенберг владеет. И сейчас он свой пакет акций продает. Это что, не грабеж? То есть на ровном месте зарабатывают деньги все, кому не лень. Но только не бюджет это Российской Федерации. И вот сейчас мы приезжаем и говорим. Вот Орловский мост приезжаешь в сторону Евпатории едешь. Там до знака 40 километров. В тополях стоит машина и... С ручной камерой. А, ну это называется, сейчас скажу, на как-то на П. Я не знаю, как не знаю. Первая П, последняя Р, да? Я не знаю. 5 букв. Я не знаю, как это называется. Вопрос, это что? Это не воровство? Это что? Обеспечение безопасности?
Они не зарабатывали денег определенными лицами. И также на серпантине, когда Зеркачай спускается в Инкерман, по серпантину едешь, и на повороте стоит машина с камерой. У нас везде все камеры. Но только вопрос, поступают ли эти деньги в бюджет города Севастополь. Мы и так дотационный бюджет, мы и так денег не имеем. Сколько можно грабить город, сколько можно ложить в карманы тем определенным структурам. Пора это остановить. Прекратите. Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, вот как на ваш взгляд, кто чаще всего совершает на дорогах, ну, нарушает на дорогах? Насколько вот я, по моему мнению, севастопольцы гораздо меньше нарушают, они более культурные водители, а в основном вот это вот приезжают с материка, так называемые водители, да, и я очень часто смотрю и думаю, боже мой, откуда они к нам вот это едут, и живите, приезжайте сюда, ездите нормально, ездите аккуратно. Вот согласны с моим мнением? Павел Евгеньевич, во-первых, вы же водитель со стажем большим. Да, 73-го года. Понимаете, мы-то воспитаны так, что здесь русский дух, здесь друзью пахнет. Мы же должны это сам беречь, эту всю ту жемчужину, которую еще при Украине не уничтожили. А пришли же новорусы, они же карманы-то, он едет на мерсе, какая ему камера? Он проскочил ее и заметил. Ну да. А каждый же еще имеет галочку, номера его не подлежат проверке, понимаешь? Может быть, нам тоже с вами обратиться в правительство Севастополя, сказать, что, знаете, Михаил Владимирович, маленькая пенсия, вот, не хватает денег, вот, тяжело живем. Разрешите нам поставить по две камеры. Вот, два Александра Михайловича, две камеры, два Павла Волкова. Поставим где-нибудь. Я бы около правительства Севастополя поставил, где они вот паркуются там незаконно. Вот там бы я поставил свою камеру, и еще бы с них быстрее. А вы где бы поставили? Знаете, что я сделал? Вот да. Те, которые пришли, которые сейчас работают плавитер, я взял метлу и под задницу дал пинок. Ну так нельзя. Ну как не стал. А где они харчеваться будут? Вот откуда они приехали, как шурц. Один в Хакасии, другой в Сочи или откуда там? Отправить на родину. А их родина примет обратно? Ну не знаю. Ну может, так Магадан, зачем на родину-то? Угу. Там холодно, они туда не хотят ехать. Да. А вот по нанотехнологиям пусть выращивают огурцы. Да вы что? Вот когда так будет, вот тогда будет, у нас ни камер не будет. Михаил Владимирович, я думаю, что настало время все это вот свистопляску, которая творится в городе, уберите эти все камеры. Машины должны стоять свободно. Вот что творится здесь, это ваша заслуга. Народ уже не знает, как обращаться, к чему обращаться. Может, уже хватит это все, а займетесь делом то, что вам положено, как руководитель правительства и как губернатор города Севастополя. Александр Михайлович, спасибо вам огромное. Дорогие севастопольцы, а что вы думаете по поводу вот такого количества неимоверного камер, по поводу штрафов, которые приходят, штрафщики приходят в ваши семьи и с ваших семей забирают эти денежные средства? Что вы думаете по этому? Как вы к этому относитесь? И особенно, естественно, вот вопрос, который вы сказали, в районе Орловки там стоит парень там на 5 букв первое П, последнее Р, и там что-то там делает он. Вот что вы к таким людям, как ваше отношение к этим людям? Нужны ли они нам, эти люди? Может, их сразу там попросить, чтобы они больше никогда там не становились? Спасибо огромное, всем хорошего дня. Больше, чем в Севастополе принято.